На днях студенты Чувашского государственного института культуры и искусств и просто любители музыки окунулись в волшебный мир звука. Мастер-классы именитых экспертов звукоиндустрии и знатоков современных мультимедийных технологий скрасили учебные занятия студентов. Достойный грант главы Чувашской республики яркой краской, вернее яркими звуками, надолго запомнится участникам научно-творческого форума «Мир звука». Электробаян в руках Юрия Сергеева буквально заиграл по-новому. Благодаря богатой палитре инструментов он сам себе и человек-оркестр, музыкант-виртуоз, да и вдобавок звукорежиссер. Он с радостью посвятил студентов и в особенности итальянской французской палитры аккордеона и открыл секреты студийной записи новых трек-хитов. Похоже, первая любовь электробаян охватила его в свои объятия надолго. Конечно, хорошо бы и Чувашскому училищу культуры, и Институту культуры иметь специальность звукорежиссура. И хотелось бы, чтобы, может быть, хотя бы курсы какие-то открыть. Ведь у вас прекрасный город, много театров для такого, насколько я понял, для такого небольшого города. Это огромное количество театров, и в каждом из них, в общем-то, нужен звукорежиссер. Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.